Привет, Ютубу привет, привет моим друзьям, подписчикам. Вот очередное мое видео на канале вызвало, как говорится, интерес у ребят. Я задался вопросом о том, что когда больше там условно 50-60 видео, уже у них трудно что-то найти. Ребята задают вопросы там, подскажите, расскажите. Я им пишу, что, ребят, на канале видео есть, ищите. Ну и тут же смотришь, да я искал, не нашел. Вот, ну, видео действительно много тут, поэтому начал задаваться целью, надо как-то или нумеровать, или их по полочкам как-то распределять по темам, вот, и решил создать плейлисты. Эта идея не новая, на Ютубе она давным-давно, как говорится, существует, и люди, прям есть списочек вот так, здесь под видео, вот в этом месте обычно. Вот, и здесь выпадающий такой список, вот нажимаем клавишу, допустим, еще, и тут такой списочек по рубрикам. Часто я встречал, вот там какие-нибудь смотришь фильмы, сериалы, они там подразделены, там приключения исторические, там детские, развлекательные, познавательные и так далее. И в принципе удобно, нажимаешь на этот плейлистик, вот, и выбираешь, там выпадает уже отсюда список, и смотришь, там что-то ты смотрел, не посмотрел, ну и так далее. То есть облегчает существенно поиск на канале, и все. Ну вот мой товарищ, уже знаменитый видеоблогер Макс Шериф, вот, задает тут кучу вопросов по поводу, буду стараться на них отвечать потихоньку. Значит, как это создается, как это, значит, и пишет вот Макс. Ответ на твой вопрос. Снимите поподробнее, как создавать, как ссылки, где можно посмотреть и так далее. Вот. Ну и так, и как называется, как чего. Вот начнем по порядку. Открываем мы наш библиотека. Нажимаем. И вот у меня уже созданы папочки. Вот я назвал, ну собственно. Ну вот смотрим, полезности, там всякие вот такие вот прибамбасики, вот что-то полезное, я вот одно из, так сказать, крайних видео, вот, по поводу усовершенствования вот, вот этих вещей, как быть с насадками, как быть с грибками, потому что они, допустим, там падают, неудобно, вот приделал магнитики, ну вот из этой серии полезности, вот. Дальше у нас идут там подвесочки, фиксаторы, которыми мы пользуемся там. С чего начинать? Там клеевая система, крылья, там крыша, разборка, сборка, тоже актуальная как бы часть этой работы. Дальше там полировка, дальше там свет, вот, ну и так далее. Там вот посылочки там или тесты какие-то, крючки, молотки, пробойники, там компьютер, интернет, вот. Подушки, ножи там и прочее, вот. Ну и разные темы, тематики. То есть вы видео снимаете, и потом, когда вы открываете, ну, допустим, что? Вот, ну вот, по насадкам. Я еще только начинаю, и вот у меня два видео. Вот, у меня здесь первая вот посылочка из сад, и организуем рабочее место. Вот, ну и так далее. Вот. Вот такая, так сказать, каталогизация. Еще раз повторюсь, вот у нас у каждого на канале есть такая вкладка «Библиотека». Как же мы создаем плейлисты? Вот он есть плюсик у нас. Создать новый плейлист. Допустим, что-то нам надо. Вот. Нажимаем на этот плюсик. Название плейлиста. Там что-то мы вводим. Дрынь-дрынь-дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Ввели название, которое придумали, нажали кнопочку «Создать». И у нас, мы смотрим, создался новый плейлист, вот такой, да? Дальше, настройки плейлиста открываем и смотрим. То же самое, ставим галочки, птички, что надо. И здесь можно добавить видео. Нажимаем, открывается меню «Тебю». И, допустим, нам надо из своих видео создать, вот, нажимаем ваше видео на YouTube. Но я действую немножко не так. Я просто-напросто, у меня есть единичка, вот, единственный плейлист, который первый. Я туда добавлял видео.
И вот они, видео, которые у меня есть, их тут много. И я беру, включаю. Вот сейчас я сижу, распределяю и нажимаю, допустим, плейлист. Вот. Вот нажал я на паузу. И вот он в окошечке появляется. Вот тут все мои видео. Можно их пролистать. И начинаю их смотреть все подряд. Вот, нажимаю, допустим, на play. Вот. Дальше здесь вот окошко у нас добавить в. Нажимаем сюда. И здесь выскакивает еще одна менюшка. И здесь вот эти мои рубрики, как бы оглавления. И я ставлю вот в этом оглавлении, которое я создал в своем каталоге. Нажимаю, куда поместить. Допустим, в насадке, в полезности, в подвеске, в клеевую систему, там или в какую другую, это уже зависит от вас. Как вы назовете, так оно и будет. Вот, собственно, и все. Ничего тут сложного нет. Создаете, смотрите, придумываете себе рубрики. Еще раз вернемся для начала. Вот, главное, открываем главную страничку. Это просто ютубовская. Открываете свой канал. Вот мой канал открыли. Вот. Библиотека. Создаете, добавить новый плейлист, нажимаете. Вот. Я не буду создавать сейчас. Нажимаю отмена. Добавляете и нажимаете вот кнопочку создать. Создаете их столько, сколько вам надо. Ну вот, у меня пока столько их. Создаете и потом. Я думаю, что лучше всего создать плейлист, допустим, под номером 1 или главный там плейлист, в котором будут все ваши видео. Вот, еще раз вот открываю, допустим, для начала. Ну, это я так сделал. И потом вы вот открываете воспроизвести все. Дрынь. Беседа. Вот, ну, к примеру. И здесь вот берем, открываем, ну что, вот, допустим, как я делаю крючок, к примеру. Вот, открывается видео. Я нажимаю для удобства на паузу. И здесь вот плюсик. Вот он плюсик. Добавить в. И вот у меня смотрим, листаем. Вот здесь я галочкой отметил. Это видео у меня пошло в крючки, то есть в плейлист под названием «Крючки» это видео вошло. Также это видео у меня вошло в PDR Tool Handmade, но ну, это давно как бы я сделал вот этот небольшой, так сказать, подраздел на моем канале. То есть это инструмент, который делается своими руками. Вот сюда это же видео вошло. И также плейлист под номером 1, куда входят все мои видео. То есть я, допустим, сейчас вот беру, прокручиваю здесь, и все это видно. И потом я поставил птички, все уже в этих разделах появилось. Нажимаю следующее видео, следующее по порядку идет, там такое или сякое. Вот. Опять же, вот смотрим, что тут у нас. Вот, защитный экран, допустим, да, видео, неважно это какое, опять добавить в, и опять же, в первом оно у меня, вот в центральном есть, опять же, в ручном инструменте, в полезностях, из чего начать для новичков. То есть, задаются мне вопросы, и я человеку кидаю ссылку, допустим, ручной инструмент там, или посмотреть в свете, допустим, часто задают вопрос, а где найти ссылку там, вот я посмотрел лампу. Берешь, скидываешь ссылочку на видео, и человек уже смотрит. Вот, все понятно. Заодно человек может посмотреть и то, что ему надо дальше. Ну вот по таким рубрикам как бы очень удобно. Эта идея не моя, это я подсмотрел на многих серьезных каналах, где ребята серьезно занимаются этим. Вот такие вот моменты. Я считаю, это будет удобно. Вот так они создаются, так они заполняются эти, и в итоге у вас появляется, как говорится, каталогизатор такой. Вот. Вот, все плейлисты, допустим, открываем.
Вот и все. И здесь уже, допустим, надо вот открыть ПДР-свет, да? Но сейчас это как бы мало заполнено, к примеру. Вот у меня три видео. Вот. ПДР-лампы, Россия, Украина, Китай, лампосмотр и рефлекторы. Пока что сюда вошли. Видео этих будет больше, поскольку я пока что, ну, как бы обработал, наверное, ну, процентов 10 видео. Вот здесь вот, в этом меню, вот где плюсик под видео, нажимаешь на него и добавляешь видео, если оно соответствует. Вот, допустим, PDR свет, да? И точно так же у меня в единичке, в основном каталоге, где находятся все мои видео. То есть плейлист я туда добавляю каждый раз. Создал видео, и в единичку в этот каталог я добавляю все видео. И как бы вот так я делаю. Вот вроде бы на все вопросы ответил. Если что-то непонятно, пишите, я постараюсь ответить дальше. Я не стал это все писать текстовым файлом или как-то объяснять, поскольку, ну, не знаю, кому как. Я считаю, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Еще раз повторяю, значит, если я ответил не на все вопросы, пишите мне, я постараюсь ответить. Все, всем удачи, пока-пока. Макс Шериф, тебе привет. Так что, я думаю, это не только Максиму пригодится. Ребят, много откликнулось на этот вопрос. И думаю, что это будет полезно. Потому что если у вас на канале больше 50 видео, в них можно подзаблудиться. Все, всем удачи, пока-пока, хорошего дня.